Так, чё я на... А, я на пирамиде, нахуй, думаю, куда я гружусь вообще? О, мех, полумех карта. Бля, мой тотем найдут очень быстро. Зря я его въебал, мне повезло. Лотерея ебаная, вся эта игра — это одна сплошная лотерея, ёпта. Бля, ну окей, хотя бы у меня перк есть хороший, который дал мне ту инфу, иначе если бы я сейчас за каким-то лохом гонялся, блядь. Они все это время этот ген делали. Ну, кстати, они в углу, я могу поймать неплохо. Сюда. О, плохо, плохо бегает, найс. Ты не фейкуешь? Ты не фейкуешь, блядь! Что за хуйня? Ей похуй вообще. Но если ты не... Оси... Ч... Ничего не понял, что с ней не так. На белый, на белый, на белый, на белый. На белый, на белый, на белый, на белый, на белый, на белый. Белый, белый, белый. Блять, ну ладно, доношу. Успеть, боже мой, успеть. Успел, Тинкер как раз. Найс, успел нахуй. А где все пацаны? Куда она делась, блядь? Я же даже внизу... А, здорово. Спалилась, сука. Unlock. Окей, окей. Спринт, не? Сука, еще один тинкер, но тот ген мне уже не остановить. Ничего не остается. Да как вы не фейкуете, блядь? Она вообще не фейкует. Никто не фейкует. Что происходит? Окей, окей. Зато чувиху не снимают. Сняли. Хорошо, хорошо. Ну, тот ген было не остановить. Хорошо, хорошо. Фейкануло. Блять, жаль, никто не наступает на торменты, но ничего страшного. Че это за звук? Че это за звук? А, проверка реакции. Блять, с белыми. Еще тинкер, сука, с белыми крюками не везет. Это что такое, нахуй? Блять, как они быстро гена делают? Хотя бы тотем еще не нашли. Где ж ты, девочка? Ну, стоило того. Лечитесь? Бля, упали вдвоем на тот ген, охуеть! Как же я территориально сосу хуй, конечно. Этот ген надо делать, вместе мне хуй делать. На белый, на белый. Тут еще кто-то был, блядь. Окей. Хорошо, хорошо. Ой, блядь. В разных концах картах распределились. Картах, я сказал. Это надо было сломать в свое время. Я под незаметностью. Вот это хорошо, что я сломал. Вот это то, что я сломал, это хорошо. Успею до белого, да нихуя. Да, нет смысла на белый уже. Так, ну это хорошо, то, что челы там. Увижу их. Вряд ли. Ту не снимают до сих пор. Бля, у меня так-то есть Devourer's Hope. Так-то. Я тебя понял, так-то. Жизнь это доля, так-то.
Окей. Опа! За дедом, за дедом! Он не подозревает. Найс, за дедом. Наступи, наступи! Отличная хуйня. Очень хорошая хуйня. Теперь они в панике. В целом уже оправдался Девавр. Найс хуйня, найс хуйня. Ни одной клетки за игру, конечно, ну ладно, похуй. Нашли Девавр, мне кажется. Нашла Девавр. Нашла, нашла. Успею? Блять! Я заблокировал этой. Окей. Мини-хуёво. Но я прервал делание тотема, и это радует. Ладно, похуй, повешу. Все равно возле Девавра ничего не сделают. Понял. Алло, ребята, вам нет, вас нет смысла. Ладно, вешаю на белый. Она не успеет сделать тотем, не должна успеть сделать тотем. Четвертый, ебать, охуенно. Главное с тотема снять. Она не делает тотем. Окей, наверное. А, она тут лежит все время это. Бля, отойти на пятерку. Отойти на пятерку. Все, найс, сейчас снимают. Снимают ее с крюка, у меня 5 стаков. Я их убиваю, это будет охуенно. 5 стаков. Бля, я в начале игры сказал, что в неудачном месте тотем. В итоге он в настолько удачном месте, блядь, что... Ебать пиздец вообще. Давай, дедушка, снимай я. Снимай, снимай я. Пришла пора убивать. Дед? Дед? Пришло время умирать, дед? Бля, камера плохая. Не видно смерть. Вставлять и проворачивать. Ебать, сделал скрин в стиме, у меня игра залагала. Сделаешь? Они не делают тотем. Что? У вас все в порядке? Я думал, ваша сейчас главная задача это тотем ебучий делать. Что с вами не так? Тебя никто не снимает? Они сдались? Серьезно? У меня сейчас 6 девауров будет, алло. Где все? Этот ген до сих пор не доделали, хоть... Она умерла? Что? Я так выиграл всех легко. Ебать, я охуенный на этом герое. На этом убийце. На... Похуй, не знаю. Так, теперь возвращаемся в кататему. Птица. Или это я ее полил? Нет никого. Странно. Мне похуй, я буду его охранять. Я не хочу терять возможность убивать их. Вы чё, сыкунишки? Бля, хочу увидеть кого-нибудь. Ебать, на приколе. Есть кто? Я буду дальше это делать, мне похуй. Да где все? Понял? Они забили на Девавр. Поймать кого-то, умоляю. Я хочу кого-то поймать. Микаэла. Ой, хорошо как, смотрите. Внимание на экран. Внимание на экран. Сюда нахуй. Вставлять и проворачивать. До свидания. Этот тотем это причина того, что я смог ее сейчас не вешать, а просто нахуй взять и убить. Я убийца, я никого не должен вешать, я просто сейчас беру и убиваю нахуй. Именно потому... А, блять, уже последний, уже люк, блять. Чё это? Я уже троих убил, я даже не заметил. На прошлом стриме тоже такая хуйня была. Один живой остался, я этого даже не заметил, блять. Пошел дальше убивать. За тотемом побежал. Она сейчас люк найдет, но все равно уже ГГ. Мне-то похуй, я троих убил, я выиграл. Решила. Ну что ж, пала жертвой ищ. Смотрите, я могу выбрать, я могу убить ее, как я убивал прошлых челов, я могу убить ее мега быстро, как хотите.
Хотите, чтобы я одним ударом ее убил, либо чтобы я убил ее так же, как и остальных. То есть долго и мучительно. Выбирайте. Она никуда от меня не убежит. Я выбираю одним быстрым ударом. Потому что долго мы уже видели, а быстро это всегда приятно и удовлетворительно. Все, нет девочки. Просто, ну, долгий море вы уже видели, а так мы еще не убивали. Охуенная игра, боже. И кто же мог подумать, что этот тотем меня так зарешает? Какая охуенная игра. На какой же мы хорошей ноте, блядь, закончили. Бля, вообще лучшая катка, пиздец. Вначале было стрессово, но, короче, показываю. Смотрите, объясняю, ну, как я этого добился. Вот этот перк мне помог. Ладно, начну издалека. Это порча. Перк типа порчи. Если ты выбираешь такой перк, на карте один из тотемов, всего в каждой катке 5 тотемов, но без перков порчи, если их нет у убийцы, они все пустые. А если убийца приносит вот такой перк порчи, один случайный тотем загорается, в нем загораются свечки, он становится проклятым. Тотемы, опять же, расположены в рандомных местах, иногда они в очень заметных, их легко увидеть выжившим и их сломать, они могут их сломать за 20 секунд, там, сядь, и 20 секунд будет прогресс сломания. Либо тотемы могут быть очень хорошо спрятаны, и это типа рандом. И вот я принес вот этот перк, порча, пожирание надежды в русском. Работает он так. Каждый раз, когда выжившего снимают с крюка, при условии, что я нахожусь от этого крюка на расстоянии 24 метров, я получаю один токен, то есть цифра 1 на этом тотеме появляется. Ну и каждый раз, когда вот я нахожусь далеко от крюка, с этого крюка снимаю человека, токены растут, вплоть до 5. На третьем токене я могу с одного удара ложить выживших вот этим огромным ножом охуенным, просто пау. Как же это охуенно, пау. Мне нужно их хранить, я могу просто их ложить, бля, какой же ты охуенный, сука. И вешать. На 4, ну, 4 токенов нет бонуса, на 5 токенах, которых я смог достичь в этой игре, держу в курсе, достигнуть 5 токенов этой порчи, этого перка, это ебать сложная задача, потому что выжившие могут, ну, в начале игры буквально сломать тотем, и все, этого перка не будет, держу в курсе, если это тотем. Ты ломаешь просто в начале, или, ну, его находят, его больше нет, все. Но его не нашли, 5 раз сняли выживших с крюка, пока меня не было. Я получил 5 токенов, и благодаря этому я получаю бонусы всех предыдущих токенов, то есть я могу валить с одного удара и на месте убивать. И двоих я так в этой катке убил. И это охуенно, и это охуенно было. Это, блядь, ну вы не представляете, насколько прекрасная катка сейчас была, и, бля, я вообще счастлив, пиздец.